Перед вами картина, которая называется «Скирда медоносная». Она размером 80 на 65. Картина посвящена такому времени года, который предусматривает, вдруг откуда ни возьмись, начинает падать маленький снежок. Переход от осени к зиме. И вот, путешествуя по дорогам Европы, мы заметили вдруг голубо-фиолетовое поле. Пришлось остановить машину и пойти, намочив ноги, нарвать большой букет вот таких растений. Мы не знаем, как они называются, но они очень, как вам сказать, летнего цвета. И у них очень толстые стебли. Поэтому мы их завязали этими же стеблями и вот так поставили на почти промерзшую землю. И вот организовалось такое вот строение, как скирда или какой-то монументальный архитектурный облик, так, который стал прибежищем, может быть, для каких-то перепелочек, которые совьют там себе гнездо на зиму, или для каких-то божьих коровок, или для кузнечиков. Но у нас вот пасутся, конечно, бяши, потому что эта скирда выросла аж до неба, так, и она заявляет, что ничего страшного от зимы нету. Все равно даже в зимний период существуют растения, которые украшают своим цветом такую теплую, промерзшую насквозь землю.